не любит полакомиться малосольными огурчиками, квашеной капустой или корейскими салатами. Любимые многими ульяновцами блюда готовят фермеры из Димитровграда. Супруги Немовы ведут подсобное хозяйство с 2005 года. Изначально изготовлением блюд занималась мама нашей героини. Затем кулинарным искусством увлеклась и сама Татьяна Немова. А теперь подросшая дочь предпринимательницы осваивает азы приготовления вкусных салатов и овощей. Хозяйку мы застали за работой. Татьяна готовила капусту по фирменному рецепту, маринованную с яблоками и виноградом. Берем капусту и нарезаем ее. Берем, значит, яблоко, тоже как бы нарезаем, убираем сердцевинки, пропускаем через робокоп, мой помощник. Виноград тоже моем, чистим. Конечно, все секреты Татьяна раскрывать не стала, ведь на своей кухне используют только авторские проверенные рецепты. Кроме традиционных блюд, фермер постоянно экспериментирует. Например, по соседству с солеными огурцами на полках лежат новинки этого года – маринованные сливы, виноград и арбуз. Кстати, недавно производители переехали в новый цех. О светлом помещении с современным оборудованием Татьяна мечтала давно. Здесь все условия, то есть здесь и канализация, и вода, и горячая, и холодная. Мы сделали подогрев пола для того, чтобы, допустим, квашеная капуста требует 3 дня, чтобы она стояла в тепле. В зимнее время соблюсти это как бы практически нереально. А здесь идеальные условия для того, чтобы засолить ее, а через 3 дня вынести в холод. То есть она здесь правильно как раз засолится. Первые продукты Татьяна и ее муж начали продавать на Димитровградском рынке. Позже решили попытать удачу на сельскохозяйственных ярмарках. Горожанам нравится наша продукция. Стали брать, покупать потихоньку и как бы полюбили нашу продукцию, и мы стали все чаще и чаще приезжать и увеличивать свои ассортименты. Теперь без супругов Немовых не обходится ни одна расширенная торговля. Их продукцию знают и любят. В основном берут, конечно, квашеные продукты, то есть квашеную капусту, просто капусту, острое что-то уже хочется в такой мороз. Спаржу хорошо вот берут. Ну и все остальное тоже по чуть-чуть, но как бы народу нравится, и он подходит с удовольствием, покупает у нас. На последней ярмарке хозяйство Немовых было отмечено благодарственным письмом Министерства агропромышленного комплекса в номинации «За сохранение традиций». Дарья Сударева, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды.